Слышите, какая напряженная мелодия? А это все боссики из режима кубки, ребята. Самый последний босс. Вот он, точнее, эта девчонка Никита. И, ребята, последний рубеж. Нам нужно победить этого босса. И, соответственно, 50 тысяч баллов у нас будет. Сезон будет пройден. Так, до конца остается 19 часов 40 минут. Ребята, 19 часов 40 минут. Ну что, сейчас, короче, мы его проходим. Забираем награды, легендарный сундучок. И что там, краска на гоночный грузовичок. Типа что-то ковбойское. Слушайте, а по-моему, у нас эта краска уже есть. Нету. Слушайте, нету. Вот она, ребята. Пустая. Как раз то, что мне нужно. Игу. Очередная краска будет у нас в коллекции. Круто. Ну что, все, начинаем. В принципе, это будет, наверное, гайдик такой для новичков. Для тех, кто не в курсе, как проходить грамотно боссов. У нас тут, короче, каждые 10 тысяч, каждые 9 тысяч баллов набираете. И нужно вам сразиться с боссом каждые 9 тысяч. Побеждайте босса, вам сразу накидывают 1000 баллов. То есть, ну, на 1000 баллов у вас уже как бы больше становится, сразу побеждайте боссов. В итоге получается, сколько надо побить? 10, 20, 30, 40. Подожди. На 10, на 20, на 30, на 40 и на 50. Ага, то есть 5 боссов, получается, за весь сезон нужно пройти. Ладно, все, начинаем. Так, чемпионский сундук не буду открывать. И, ну что, все, наверное, поехали, поехали. Ладно, все, поехали. Хорош болтать, хорош трепаться. Как вы думаете, на чем эта девчонка будет гонять? Возможно, у нее будет байк. Слушайте, а давайте, знаете что? А мы такой же скинчик нацепим. Чисто для прикола. Вот этот. Почему бы и нет? И возьмем чисто для прикола скин на супербайк от этой же коллекции, ребят. Вот такой у нас комплектик. Вот такой комплектик. Подожди, а трасса у нас какая? Ага. Ладно, пробуем. Я просто хочу, наверное, намеренно, возможно, я сейчас запарю. Показать новичкам, как можно, не скидывая... Короче, без как можно без поражений, не скидывая баллы, проходить боссов. Ну и если, конечно, у вас тачки позволяют это делать. А то бывает такое, что тачка слабая, и ты никак не можешь пройти боссов. Пока ты не прокачаешь тачку. Так. Она нас обогнала. У нее детали какие стоят? У нас крылышки стоят, а у нее форсаж монетный и... Что-то еще, короче, у нее стоит еще что-то. Только я не вижу. Не вижу, ребят, что у нее за деталька еще одна. А, что у нее за деталька одна? А, магнит. Магнитик стоит, понятно. Магнитик. Ага. Так, а у нас зеленая турбо. Без заноса. Ё-моё, я победил. О, нет, всего лишь 2 заезда было. Блин, я хотел же проиграть. Короче, смотри, 2 Никиты, одна из них победила. 2 Никита. Одна из них победила. Блин, я хотел проиграть. Короче, ладно, так, объясню как. Если вы чувствуете, что не вытягиваете гоночку, уже, допустим, 3 гонки вам дают, 2 из них вы уже проиграли, но третью нет смысла запускать, соответственно, жмете на паузу, просто сворачивайте игру, закрывайте игру и запускайте ее заново. И вуаля! Вы опять заново начинаете бороться с боссом. Вот такой небольшой лайфхакик. Это для новичков. В принципе, кто играет давно, они уже знают про эту тему. Это я просто новичкам объясняю. Так, ребят, у вас 6000 монет. Топливный ускоритель на Hill Climber. Первая модификация. Усиленная турбо. На вертушечку и крутилочка у нас на Hill Climber МК2. Так, ребята, скинчик. Так, давайте посмотрим. Так, сезон завершен. Окей. Окей, 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 окейюшки, окей, окей, окейюшки. Так.
Не на этот мы получили скин, а вот на... на гоночный грузовичок. Так, скин уже автоматом у нас стоит. Колеса. Колеса нету. Потому что колеса это отдельно получается, да. Там, в принципе, не было иконочки с колесом отдельно. Там просто краска была скин на авто. Соответственно, колесики это отдельная тема. Так, ребят, короче, такой вот скин получил в итоге. Корова. Такой, ну, в стиле... А, это получается типа тачка из дерева, кузов. И кто сможет прочитать, что написано внизу? Ребят, кстати, сейчас попробуем мы с вами. Ньюф что-то. Так, надо с вами освободить один слотик, короче, и чтобы деталей не было. А то там все закрывает. И тогда мы с вами уже увидим, что там написано. Наверное, увидим. Надеюсь на это. Так. Ньюф зоны, что ли? Ньюф зоны, что ли? Ребят, я не понимаю. Ньюф кау. 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 То есть по-английски кау это корова. Может, ньюф кау? О? О? Что-то не пойму. Короче, пишите в комментариях, как вы думаете, что написано вот здесь внизу. На порогах. На порогах, наверное, с той стороны тоже наверняка так же написано. Ньюф зона, что ли? Блин, ньюф зона, либо ньюф кауф. Блин, новая корова, точка. Из точки. Короче, я жду ваших вариантов расшифровки. Так, ну и чё, давайте с вами добьем, в принципе, знаете, что добьем, блин, на что нам добить-то? А, у нас сезон, короче, сеанс окончен против команды. Так, мы их победили, тоже заберем сейчас награды. Посмотрим, что нам выпадет. 30 тысяч набрал баллов. На самом деле, дурацкое событие, ребят, командное соревнование, вообще дурацкое. Мне капец оно не нравится. Смотрите, скин у чувачка на первом месте, свой соперник какой прикольный. Это скелет. Башка скелета, шлем от Никита. Шею мы видим, Шея скелета явно. Ну, прикольный скин, кстати. Так, ладно, что у нас в итоге там? Сейчас посмотрим, что у нас рейтинг команды какой. 10 тысяч монет, окей. Но события я запускать не буду. Потому что я запарю опять. Потому что снимаю сейчас с компа. И, соответственно, я запускать не буду. Так. Так. Ну и все, наверное, да. Пока что на этом все. Босса побили. Сезон завершен. Отлично. Сезон весь пройден. Окей, это хорошо. Ну и здесь тоже у нас больше ничего нет. Ну что, ребят, все на этом. Подписки. Не забываем подписываться на канал, да. Скоро будет стрим. Связан он будет, наверное, с сезоном. Будем проходить, короче, сезон во время стрима. Будет интересно. Погоняем в режим приключения тоже. Так, класс свой повышать будем, наверное, да, как-нибудь. На конечек надо дойти, там легендарный сундучок и корона какая-то королевская. Тоже надо будет забрать. Ну, все, подписки, лайки, комментарии, колокольчики не забываем, все. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.